Это был такой прорыв, который HR, ну, прям ждал. Роль лидера, она критична для культуры, поэтому вот так с разных сторон. Бадди – это вот прям находка, это работает. Мы выяснили, что людям не хватает возможности ориентироваться, легко находить нужные места и при этом не потеряться. Наташа не согласовала отпуск. Сел в машину, открыл, два клика. Наташа, ты в отпуске, а так бы сколько ждала? У тебя хороший кайф или плохой? Люди на всякий случай всегда скажут, ну, ничего. Только мы занялись магнитами у себя в компании, на 5% упала текучка кадров. Шаг номер один в построении грамотного HR – это, конечно, цифровой профиль сотрудников. Профиль, в том числе, это ваша визитная карточка. Юмор спасет мир, да? Иногда нанять кандидата – это большой квест. Я доверяю полностью HR, я делаю вместе с HR просто все кадровые решения.